Всем привет, мы на канале Мусалим. К нам заехал автомобиль ML. Данным автомобилем будем делать жидкие подкрылки. Арка у нас уже обработана вот таким образом. Все быстро сохнет, идеально держится в будущем. Ну, соответственно, штатные локеры проклеиваются в подарок вот таким образом. Толщина около 3 миллиметров. Очень эффективно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.